Приветствую вас, драгоценная церковь, это слово на каждый день. 1 Петра, 5 глава, 10 стих. Петр был вдохновлен Духом Святым, высвобождает помазание для церкви. И он говорит: «Боже, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да делает непоколебимым». Слава Богу! Первое то, что он говорит, совершит. Это он хочет говорить, восстанавливать вас, исправлять. Второе то, что говорит, утвердить. Это значит, что Бог устанавливает нас. Третье, укрепит. Это значит, что делает нам сильным, уверенным в нашем Боге. Четвертое, непоколебимым. Это значит, что он не как поколебимый человек, он надежный человек, он испытанный человек в Боге. И апостол Павел говорит, продолжает это Филиппийцам 4 глава 13 стихом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Знаете, укрепленный человек, он уверен в своем Боге, и он может говорить, что «я все могу». То есть «все могу» — это значит, что «я знаю, что Бог слышит мои молитвы, я знаю, что Бог делает в моей жизни, я знаю, что Бог укрепляет мою веру, я знаю, что Бог поднимает мне силы в помазание, в огнем Духа Святого, я знаю все, и я уверена в моем Боге». Благослови вас Господь! И вот это четыре сильные вещи, то, что Петр говорит, да пусть действует в вашей жизни во Христе Иисусе. Аминь.